Мне кажется, вот он каким-то таким качеством обладает, совершенно уникальным. Он становится вот везде своим родным. Вот где бы он ни был, да, вот в какой бы он стране ни был, он становится вот каким-то близким. Да, смотрите, сколько ведь взять и аккордеон, и французский мюзет, пожалуйста, и вообще в любую страну. Посмотри, где везде они играют свою музыку, да, на этом. Да, инструменты разные, да, они разные по тембру, по звучанию, по манере исполнительской, даже звукоряд разный, да, бывает. Но вот он в этом смысле инструмент, конечно, совершенно удивительный, невероятный. Мне кажется, этот инструмент создан для человеческой любви, просто вот такой вот совершенный, абсолютно.